Всем привет, друзья, с вами Skiff Music, и сегодня не как обычно обзор на какую-нибудь гитару, либо другой товар, а выпуск, посвященный каналу на YouTube магазина Skiff Music, потому что вот-вот, если не уже, канал преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков. И если вы могли заметить, то с каждым обзором футболка на мне становится все больше и больше, и это не потому, что я увеличиваюсь вширь, хотя это немножечко, наверное, тоже. Но это же, ну, все-таки, наверное, как-то поэтично, да? Чем больше подписчиков, тем больше оверсайз. Давайте вспомним, как все начиналось. Канал Skiff Music появился в далеком 2010 году. И это, извините, около 13 лет назад. Как вы можете помнить, первым обзорщиком на канале был Сергей Табачников. Человек, который благодаря своей игре, харизме и юмору сплотил вокруг себя армию фанатов, которые до сих пор смотрят и любят данного персонажа. Привет, это Сергей Табачников, и сегодня мы будем тыкать в Gibson Les Paul. Начало 90-х. Как и водится, Gibson полностью сделан из красного дерева, с золотистыми штуковинами и накладкой из черного дерева. Видео с Сергеем до сих пор набирают миллионы просмотров, и это связано не только с легендарностью личности, но и с тем, что магазин Skiff Music с каждым годом совершенствуется. На канале каждый раз выходят новые ролики. Вы можете заметить то, что несколько тысяч выпусков уже есть. И это не конкретные видео, которые направлены на продажу, да, либо на рекламу, на обзор технических характеристик той или иной гитары, либо примочки, но и разговоры по душам, какие-то ликбезы, обучалки, просто часовые видео на тему того, как люди сидят и обсуждают с подписчиками какие-либо проблемы. И каждый зритель, каждый гость на канале может найти видео по душе. Постараемся пойти по хронологии и рассказать вам, как же, собственно, развивался канал на YouTube. Ведь с 2010 года поменялось очень многое. Действительно, с самого начала обзоры делал Сергей Табачников, за что ему огромное спасибо. По прошествии лет у Сергея появились новые хлопоты. Это записи новых альбомов, постоянные гастроли, участие в коллабах, мастер-классы. Что бы то ни было, но уже не получалось уделять много времени конкретно обзорам инструментов, и это понятно. После чего было принято решение немножечко расширить круг обзорщиков внутри магазина Skiff Music, которые могли рассказывать что-то нашим любимым клиентам. Давайте вспомним самарских блогеров. Это Антон Кулагин с рубрикой Retrain Your Brain. Очень крутой чувак, который делал простые обзоры на какие-то инструменты, но он постоянно экспериментировал с материалом и со всем оборудованием, которое было. Да? То есть он мультиинструменталист, который мог показать мастер-класс на, в принципе, любом инструменте. Вы можете прямо сейчас посмотреть, прокрутить на 10 лет, грубо говоря, назад, и посмотреть его обзоры. Там действительно очень крутые видео и про гитары, и какие-то аналоговые синтезаторы, запись гитары через синты. Ну, в общем, Антоха делал прорыв как экспериментатор. То есть в этот момент, как мне кажется, магазин Skiff Music начал выходить немножечко за рамки обзоров на гитары и примочки и уже начал свое развитие в умах музыкантов, которые мыслят немножечко за рамки струнных инструментов. Как сейчас помню момент, когда Борис Колесников, основатель компании Skiff Music, подошел ко мне и сказал: «Антон, настали тяжелые времена, нам нужно, чтобы ты делал обзоры, поэтому иди, купи себе камеру и приходи снимать». И вот я, будучи менеджером магазина Skiff Music в Самаре, пошел в первый магазин техники, взял кредит на зеркалочку и вот уже несколько лет, будь то 10, а то и больше, занимаюсь видеосъемкой. И если бы не тот переломный момент и моя нацеленность снимать обзоры для вас, дорогие мои, я бы, возможно, и не освоил новую профессию, которая до сих пор дает мне возможность купить кусок хлеба с куском съемки. В то время шло параллельное развитие канала, и производство поделилось на две части. Это был самарский магазин, где делал обзоры я и Антон Кулагин, и также московский магазин, который тогда уже был открыт, где прекрасные люди до сих пор
стараемся поддерживать с ними общение. Это Сергей Иванюшин и Денис Золотов, которые делали потрясающие видеообзоры и на технику, и на гитары, и делали очень крутые ролики, повествующие о жизни музыкантов и рассказывающие, как правильно что играть, как выучить новый аккорд, чтобы в компании не быть каким-то левым чуваком. Называлось у них Groove Tech School, и, если я не ошибаюсь, еще у них был Music Status. Привет, ты смотришь Groove Tech. Меня зовут Саяр. Этого чувака Стив, а его Лодж. Этот риф из рода качевок, поэтому само собой напрашивается, что руки ходят прямо, а бочка подчеркивает основные акценты из этого рифа. И, естественно, никак нельзя упустить такого персонажа, как Антон Добрый. Вы прекрасно помните момент бума на музыкальный инструмент, называемый укулеле, когда просто в одночасье все начали покупать и хотеть иметь данный инструмент. И в тот момент к нам в Самару приезжает обычный паренек из Братска, который уже имел армию своих фанатов, укулелистов и укулелисток, и решивший поработать вместе с нами и поделать интересные ролики. Да, он там научил ребят играть на укулеле. Впоследствии он стал официальным представителем компании Flight. Популярный бренд укулеле, на которых, в принципе, все хотели и хотят играть. Он до сих пор, мне кажется, этот бренд будет популярен. Вы можете даже посмотреть множество обзоров, которые мы выпускали в стенах магазина по данному бренду. Действительно, укулеле компании Flight до сих пор держит уверенную планку качества. Всем привет! Меня зовут Антон. И, как я говорил, мы читаем все ваши комментарии. Хоть их и мало, но мы читаем. Держи. Ну и вспоминая про московский YouTube, естественно, все прекрасно помнят Алексея с его проектом BitsG, в котором также присутствовали обзоры и на инструменты, и передача какого-то музыкального экспириенса для каждого посетителя канала. Я гляжу, вы сегодня с инструментами, причем я просил каждого взять тот, на чем он сейчас играет вот больше всего и так далее. И расскажите нам вообще, что это и т.д. Давай с тебя начнем, потому что ты, опять-таки, первый раз. Тебе так проще будет по аналогии сделать. Я всегда мечтал водить красный спортивный автомобиль. Непременно красными, невообразимо быстро. Нестись по трассе, как красная для молнии, быть решительным и безрассудным, нажимать большую красную педаль газа. На протяжении многих лет компания Skiff Music занималась на YouTube не только продвижением своих товаров, но и знакомилась с вами и знакомила вас с нами. В феврале 2022 года компания Skiff Music начала тесное сотрудничество с Сергеем Тынко, которое принесло вам и нам крутейшие интервью с Пушным, Мавриным, Холстининым, Дубининым, Пауком. Привет всем, называется «Как бодрость духа» называется. Итак, сегодня июльским вечером называется. Мы проведем в мощнейшем музыкальном магазине «Skiff» называется, где каждый человек может затариться ломовейшими гитарами называется и стать дичайшей рок-звездой, потому что в нашей стране это может и в этой такой хорошей, приятной обстановке может сделать каждый называется это. А летом 2022 года мы заметили невероятный подъем просмотров благодаря первому выкладыванию шортса с Табачниковым на канал YouTube. Сергей, твои 5 любимых рок-групп и почему? Металлика, Битлз, Куин и другие я не уверен, что люблю. И этот видос
сразу принес около 200 тысяч просмотров. И это неудивительно, ведь мы живем в мире, где выигрывает быстрый контент. Согласитесь, то, что в современном темпе очень сложно смотреть какие-то обзоры на 10-15 минут, либо интервью на час или два. Иногда просто не хватает времени кофе попить. А тут ты листаешь ленту и видишь какую-нибудь вырезку с каким-нибудь крутым интервью, например, с Пушным, который говорит интересные вещи, и это длится 10, 15, 20 секунд. Естественно, следующий видос. Хап, там Холостинин, да? Что-то тоже сказал интересное. Вы запомнили, записали, сохранили себе и потом пересмотрели это интервью. Но в любом случае, чем короче ролик, тем его проще смотреть. И сентябрь 22 года стал переломным моментом. Именно тогда Skiff Music начал постоянно выкладывать короткие ролики на YouTube, чтобы вам было удобно смотреть весь наш контент. 10 сентября 2022 года Skiff Music начал плотно сотрудничать с блогером Рифадеем, и его третий видос на канале пробил отметку в 1 000 000 просмотров. И это всего лишь спустя месяц после того, как его выложили. И на данный момент у ролика более 1,5 миллиона просмотров. Как играть самую рокерскую из всех рокерских мелодий на гитаре? Несмотря на то, что абсолютно все знают эту мелодию, многие даже не знают ее название и какая группа ее сочинила. Блогеры, которые обычно разбирают песни на гитаре, совершенно не делают по ней свои видео. А в музыкальных магазинах эта мелодия под строжайшим запретом. «15 и 16 сентября этого же года стало рекордным для Skiff Music. Мы преодолели отметку в 121 подписчика за день и более 105 тысяч просмотров за день. А теперь давайте вернемся на несколько лет назад, когда Skiff Music впервые разыграл электрогитару среди покупателей магазина. Итак, как выиграть эту гитару? Все максимально просто. С 1 июня по конец месяца заходите на сайт, делаете покупку любую от 1000 рублей, и вы уже принимаете участие в розыгрыше этой гитары. Данный конкурс действует до сих пор, и для него не нужно ничего сверхъестественного. Нужно просто раз в месяц купить на определенную сумму каких-либо товаров, будь то струны, спреи, любые расходники, можно гитару или пианино купить, и ваш чек, ваша покупка, ваш номер, вот это, да, он будет автоматически участвовать в розыгрыше. И в конце месяца с помощью рандомайзера мы видим, кто победил, звоним или звоним нашему покупателю и слушаем, как он ошеломляется тем, что он просто, как обычно, покупал какие-то вещи в магазине для своей гитары, там, либо для чего-то еще, и бах, ему ударят что-то, будь то электрогитара, акустическая гитара, классическая гитара. Может быть, скоро будут и пианино разыгрываться, я не знаю, но посмотрим, что будет дальше. И данный конкурс взорвал интернет. На данный момент на канале Skiff Music около 2000 видео. И это не только обзоры, но и обучающий контент. Каждый может найти для себя, что посмотреть. В этом видео я перечислил очень много больших цифр, но не в них счастье. Счастье в том, что мы делаем каждый день. Мы правда верим, что гитары — это про счастье, и что музыка может изменить жизнь и вдохновлять людей. За этот год мы наблюдаем огромный рост наших подписчиков и просмотров. И все это благодаря вам. А значит, мы делаем это не напрасно. Мы очень рады и гордимся прогрессом, которого добились благодаря вам, и готовы делиться нашей страстью к музыке с вами дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, хейтите. Гитары — это про счастье.